Привет, ребята! И давайте сегодня без моего фирменного приветствия, поскольку ролик у нас с вами достаточно тяжелый. Сразу хочу попросить выключить этот ролик весьма впечатлительным людям, и не стоит смотреть людям, которые были в такой же ситуации, не дай бог, которые тоже хоронили близких, потому что это может напомнить им о их горе, о том, что они пережили, как это было тяжело. Мне понадобилось 4 месяца, чтобы вот так собраться с силами и хоть что-то из себя выдавить на камеру, просто потому что душа попросила поделиться с вами. Просто это важно и нужно мне. Моего отца больше нет. Я узнал о том, что мой отец находится в крайне тяжелом состоянии, у него отказывают органы. На тот момент, когда я об этом узнал, по-моему, у него отказало аж 80% всех органов. Динамика была категорически отрицательная. Я четко помню этот день, потому что еще с утра я был на пляжу, я купался, я загорал, потом мы кушали в кафешке, я находился в Абхазии, и вечером у меня был самолет. Мы приехали в аэропорт, по-моему, в 5 часов вечера, несмотря на то, что вылет у нас был в 9:40. Примерно за полчаса до начала посадки мы спустились на первый этаж в курилку, чтобы покурить. Отдыхал я со своей подругой. И вот не успел я докурить, мне очень сильно приспичило в туалет, момент очень важный. Я не успел даже зайти в кабинку, как у меня начали приходить какие-то уведомления. Это были уведомления от моей бабушки, причем она продублировала и в WhatsApp, и в Telegram. Она знала, что я лечу отдыхать, но не знала, отдыхаю ли я, лечу ли я сейчас, или только улетаю, или уже прилетаю. Я увидел сообщение, что папа в реанимации, и ему очень плохо. После этого я сразу перезвонил бабушке, подошел к Маше, к своей подруге, и в этом разговоре она мне рассказала, что 80% отказали, и что, в принципе, надежды как таковой ее и нет уже. Я просто помню, как у меня была голова, и потом я выдавил. Все нормально, пока что все живы, но вот такая ситуация. Пошли, пожалуйста, еще раз в курилку. Я не помню, сколько сигарет подряд я выкурил. Может быть, 2, может быть, 3. Маша старалась меня успокоить, и, ну, как бы нам надо лететь. Если мы просто сейчас не подойдем, вовремя самолет улетит без нас, и ни билетов, ничего. В этот момент я принимаю достаточно серьезное и важное решение, которое мне потом, собственно, и аукнулось. Я решаю не говорить об этом никому, чтобы никто не переживал, чтобы никто не знал, потому что ничего еще не понятно, надежда где-то внутри была. Я надеялся прилететь, конечно же, и узнать, что все хорошо, динамика положительная, но увы, ах. Конечно же, я не смог поспать в самолете, я думал об этом. Почему я принял такое решение? Потому что буквально 44 дня до смерти моего отца я похоронил дедушку. И это тоже был достаточно серьезный момент в жизни, это было безумно тяжело. Со мной был мой друг, который возил по всем похоронным делам меня и моих родственников. В принципе, мы были как-то, знаете, вот держались кучкой, и никто еще не отошел от предыдущих похорон, и я не хотел максимально никого погружать в новое, тем более, что ничего еще не известно. Кто не знает, дедушку я похоронил в свой же день рождения. 31 мая. Хотите, верьте, хотите, нет, но в моей жизни всегда, в принципе, было достаточно мистики, и когда я сел в самолет, точнее, когда мы шли по трапу с моей подругой, я сказал, что вот мы прилетим, и вот в этот день это случится. Вот я так чувствую, я так знаю, я не хочу в это верить, я это отрицаю. Но как бы мне сейчас не было тяжело, вот я почему-то это чувствую. Ни для кого не секрет, что я снимаю квартиру в Москве вместе с другом. И он приехал забирать нас из аэропорта, и мне пришлось натянуть улыбку, потому что это тот друг, который возил по похоронам, и изрядно тоже подбил свою нервную систему, потому что любые похороны — это тяжело, а это мой достаточно близкий человек, естественно, он и переживал, и все это через себя пропускал. На тот момент у меня получилось. Первое, я был уставший, второе, я просто переварил эти мысли от и до, и все-таки пришел к выводу, что папа пока что жив, и не нужно его хоронить раньше времени. Вообще этого делать категорически нельзя. Но, конечно, негативные мысли были. Однако меня спасло, что мы прилетали совсем ночью, и буквально перекусив пару бутербродов, мы все отправились спать. С утра мы немного разобрали чемоданы, Маше нужно было ехать в Тверь, и я принял решение, что я тоже хочу поехать в Тверь. Вы знаете, как сердце забилось. Я поехал к родственникам, чтобы насладиться, знаете, вот как глотком свободы, что ли, последним, как будто беззаботным. Я как будто чувствовал, что это произойдет, и мне важно было после моря подарить всем подарки, приехать.
обрадовать себя своим визитом, увидеть всех еще до вот этой трагедии, которая в любом случае, я уже понимал, что произойдет. Я вынес мозги всем, Маше, Глебу, моему другу, что мы долго собираемся. Я кричал на них, срывался, просил его гнать, быстрее поехали, мы заезжали в магазин, так как мы ехали на дачу к моим родственникам затариваться. Я носился там, пожалуйста, быстрее. Пули, я считаю, из Москвы добрались до Твери. Конечно, как всегда это бывает, нарочно не придумаешь. Когда мы ехали, меня очень сильно крыло, слезы подкатывали на глаза. Я постоянно был на связи с бабушкой, узнавал, что, как, не мог даже позвонить, чтобы не выдать себя, скажем так, да, чтобы, в принципе, не сорваться, не разреветься, потому что пока еще ничего не известно. Когда мы уже едем на дачу, Глеб проезжает по трассе, видит фургон, и определенные вещи, не буду вам рассказывать, фургон напомнил ему о его отце. И он начал развивать эту тему. Вот это, наверное, был пиковый такой момент, когда я прям хотел, вот сердце ныло, выло сказать. К слову, не знал никто даже, что он в больнице. Вот от слова совсем никто ничего не знал. Пока мы ехали, перед самой уже дачей мне написала супруга моего отца о том, что произошло. Я уже сказал, что бабушка мне все рассказала, я знаю. И мы начали с ней вести активный диалог, я пытался подбодрить, хоть и понимал, что у меня было на душе, и что вот я ну как будто это чувствую. Старался всячески помочь как-то морально, хоть что-то сделать, и также был на связи, как и она была на связи. Мы приехали на дачу, стали делать шашлыки, я старался максимально отвлекаться, заливаться уж, простите за то, что я вам это рассказываю, потому что алкоголя мы взяли достаточно много. Плюс в Абхазии я еще привез вино домашнее. Наступил вечер, когда ему совсем сфиговилось, и я уже подвыпивший отходил со всеми разговаривать. Кто не знает, у меня есть свой бизнес, родственникам говорил, что это поставщики звонят, что мне нужно срочно ответить. По 10-15 минут болтал, и, возможно, алкоголь взял свое, я не выдержал и позвал тетю к себе. Рассказал ей про все, что происходит, и вроде бы она меня даже ободрила, что он сильный, он справится. Но, как оказалось, не справился. И буквально через 20 минут после того, как я ей рассказал, мне позвонила папина супруга. Я, знаете, более на таком лайте был, как будто вот сейчас скажут хорошую новость. Там очнулся, пришел в себя. Да, привет! И я вот навсегда это запомню. Когда я вот полной надежды отвечаю: алло, привет, да, что такое? И слышу: Андрей, папы больше нет. А могу сказать, даже так, на какое-то время я не видел собственной руки. Забыл, как дышать, и просто молчал в трубку. После этого, прямо в процессе разговора, мне прилетает сообщение от бабушки: Андрей, папы больше нет. Я подозвал, опять же, свою тетю, сказал, что все, больше нету. Она сказала, что надо всем рассказать, что пора, зачем тянуть, все, все, надо всем рассказывать. Мы возвращаемся за стол, я пытаюсь что-то сказать, но не могу, у меня даже слез нет, у меня полный шок, мне не хватает кислорода, я не знаю, что сказать. Все, что было на столе, все, что я привез, пиво, вино в огромных количествах вперемешку, буквально за час влил в себя в таком количестве, что меня вынесло до беспамятства. Вперемешку с этим я разговаривал по телефону, был на связи с остальной родней, и мы решили, что в 6 утра я встаю, где-то к 7 выезжаю, мы едем в морг по похоронным делам. Я проснулся в это время, вы не поверите, и, наверное, протрезвел я только где-то к часу, может быть, к 2 часам дня. Все было как в тумане, потому что изначально я поехал к папиной супруге, мой друг меня высадил там. Я первый раз был в доме, где он прожил несколько лет. И да, я, наверное, должен был сказать это сразу, мы с моим отцом не были близки. Мы были достаточно холодны и далеки, просто так получилось, что я не был рожден быть его сыном, он не был рожден быть моим отцом, и это нормально, у людей так бывает. Долго мы не общались, наверное, 2, а то и 3 от слова совсем практически никак. Он очень хотел, чтобы я зашел в гости к нему, познакомить меня с его новой семьей. Я зашел, я познакомился, и безумно сожалею, что я не сделал этого раньше. Когда это произошло, его уже не было. Достаточно быстро мы все сделали в морге. Очень хотелось вам рассказать безумное количество моментов, которые меня тоже гложат, но я просто не имею, можно даже сказать, права на это, и все равно часть того, что я хочу вам сказать, она останется где-то за кадром. Я начинаю
ночевал у его супруги, мы много общались, мне было интересно узнать, какой мой отец был в последние годы своей жизни, в последние дни и месяцы. Я узнал достаточно дохера. С каждой информацией, которую я узнавал, мне становилось все хуже, хуже и хуже. Меня будто все сильнее и сильнее испепеляло внутри, и я чувствовал безумную вину за то, что я такой, за то, что я не общался, я не хотел, хотя он пытался. И это навсегда со мной, это мой груз, который я буду нести, наверное, до конца своих дней. Не знаю, что бы было, если бы мы общались и прообщались, либо мы долго. Но за каждое неотвеченное СМС я прям в груди где-то до боли себя ненавижу. Самое больное, наверное, оказалось переслушивать его голосовые вместе с супругой, которые мой папа ей отправлял. Технологии дошли до того, что после смерти человека ты можешь не просто увидеть фотографию, внешность, ты можешь услышать голос, посмотреть видео. Сначала к моргу, там был католик, который его отпевал, мой отец был католиком. Ну, католический священник. Я не знаю, как его назвать. Это самый отвратно врезавшийся в памяти момент до секунды, до доли секунды. В принципе, весь этот процесс отпевания, морг, кладбище, я помню все в таких красках и деталях. Опять же, мне хочется вам очень много рассказать, но я не могу всего вам рассказать. Про нехорошие качества людей. И, наверное, скажу такую вещь, что даже на похоронах моего папы, зная, что я его сын, многие люди не сумели сдержать себя, чтобы не высказаться. Не высказаться по типу чего? Ну, наверное, с отцом-то надо было почаще общаться. Ты не общался с отцом. А вот теперь уже поздно, что делать-то будет? Как жить-то тебе с этим? Презираю, ненавижу, не перевариваю людей, которые ведут себя так на похоронах. Вы находитесь на похоронах моего отца. Да, вашего родственника, вашего товарища, знакомого, но моего отца. И вот уж кто-кто, но никто абсолютно, как бы это сейчас ни звучало тавтологически, не имеет права ничего мне говорить. Собственно, я и не стеснялся в выражениях, не знаю, там, перемывали это родственники или нет, это меня уже не касается. Но я не стеснялся говорить, что вы лезете не в свое дело, что это вас абсолютно никак не касается. Мне было абсолютно плевать. К слову, этих людей я видел первый и последний раз в жизни. На кладбище я остался среди последних с супругой отца и с моим другом, который нас привез. Нам было важно сказать папе все, что мы хотим сказать, все, что мы лично хотим ему сказать, и мы это сделали. А сейчас мы с вами вернемся еще на месяц назад. Так как 31 мая я похоронил дедушку, он хотел мне позвонить, но не стал, и позвонил мне 1 числа. Поговорили с ним больше получаса. Это было настолько легко, настолько непринужденно, и, пожалуй, это был наш самый лучший разговор за всю нашу жизнь. Он был невероятно теплый, он был ни о чем, но по сути обо всем. И он был настолько живой, что после этого я, блин, даже захотел реально общаться. Так интересно, это было так по кайфу. И тогда, знаете, были мысли, может быть, я просто созрел для этого. И, честно говоря, я собирался написать, позвонить после того, как прилечу с моря. Но так вышло, что прилетел я с моря, точнее, не успел еще прилететь, а он уже находился в коме. Я выбрал ужасную для себя тактику, потому что я изначально решил не говорить об этом никому, чтобы никого не тревожить. Я нигде это не публиковал, не давал развернутых комментариев. Все, что вы могли видеть, это небольшой пост в Телеграме и небольшой пост с фотографией, которые я делал в Инстаграме. Просто как должное, просто потому что память, потому что останется навсегда, и пусть оно будет. И вот недавно я записал в одной из своих соцсетей такой маленький кусочек. Несмотря на то, что это не самая моя большая соцсеть, одна из самых, наверное, маленьких, просто потому что решил записать. Получил такой огромный отклик. Это просто что-то невероятное, и спасибо вам огромное за соболезнования и за слова поддержки. Возвращаемся к месяцам, которые были после похорон. Я решил переживать это все в себе и в достаточно узком кругу. И, наверное, я действительно совершил ошибку. Потому что сейчас, когда я записываю этот ролик и понимаю, что я несу больше этот груз, груз молчания, мне становится гораздо легче, потому что я могу об этом открыто говорить, и я не понимаю, почему я решил, что я не должен показывать себя слабого, свои слезы. Когда мне действительно нужна была поддержка, я не должен был
молчать, я должен был просить помощи у вас, потому что вы — это, наверное, самый мощный мой инструмент. Многие люди, которые не знали, что произошло, заметили, что я пропал отовсюду. Несколько месяцев контент не выходил практически нигде. Если он и выходил, это было какой-то минимальный вот прям процент, процента 2 от обычного объема того, сколько я раньше снимал, что я делал, сколько соцсетей вел. Я обратился к врачу за помощью, потому что в какой-то момент я понял, что ну что все, ну я не вывожу, в моих глазах и так-то до сих пор не совсем все хорошо, а на какой-то момент они прям были совсем безжизненные. Я горел в аду, я будто сгорал и сгорал и сгорал, мне казалось, что я один. Даже самые близкие для меня стали настолько чужими, мне не хотелось ничем делиться. Я считал, что я один, меня бросили, меня предали, что никто мне не поможет, никто не поймет мою боль. Я все равно молчал, не договаривал, держал все в себе. Мне почему-то как будто хотелось даже вариться в этой боли самостоятельно и единолично. Больше я все-таки не хотел никого расстраивать, если так можно сказать, своим поведением, своим состоянием. Многие люди не хотели, в принципе, принимать этот факт и считали, что я не должен так реагировать, ну типа, это жизнь, так и должно быть. А на секундочку, моему папе было всего 44 года, мне 22. Я прожил ровно половину жизни, которую прожил он. И это охренеть как мало, 44! Вы вообще вдумайтесь, всего лишь 44 года. Каждое утро я просыпался, открывал глаза, и знаете, вот обычное стандартное утро. Я открываю глаза, доброе утро, мир! И вот в одночасье как молнии пронзает. У меня же папа умер, его же больше нет. И я начинал себя по новой бичевать за все, что сделано, за все, что не сделано, за упущенное, за пропущенное. Просто доводил себя до ручки. Ну и, конечно же, по традиции, вперемешку с тем, что я так сильно стрессовал, я еще и хорошо на лапу давал. Из-за таких колоссальных нервов я потерял половину волос на голове, они просто вываливались с меня клоками, у меня нарушилась эмаль зубная, у меня, возможно, опять было предъязвенное состояние желудка, у меня очень сильно ухудшилось качество ногтей, они стали крошиться, кожи, прыщи, и я похудел на 10 килограмм. И только когда я прибегнул к помощи врачей, мое состояние более-менее стабилизировалось. Я не могу сказать сейчас, что у меня все прекрасно. Нет, просто я научился жить с этим. Прошло 4 месяца. Хотя для меня как будто это уже не 4 месяца, а 15, а то и 30 лет. Но в то же время это все так близко. Боль не уходит никуда. Ты просто учишься с ней жить. Привыкаешь к ней, она становится неотъемлемой частью тебя. И, честно говоря, я не знаю, что было бы лучше, если бы мы общались очень плотно и тесно, и это произошло. Или вот как сейчас, если мы не общались, не были сильно близки, и это произошло. Безусловно, в любом случае, это полный пиздец. Я не знаю, можно ли так говорить вообще, как я сейчас сказал, но постарайтесь понять мои слова правильно. Меня очень сильно встряхнул переезд. Пришлось переехать с одной квартиры на другую, потому что нас выгнала хозяйка. И как-то, знаете, меня это отвлекло. Плюс очень сильно и жестко простаивал бизнес. Новые поставки копились. Нужно было как-то это все разгребать, оформлять товар, редактировать, снимать видео. Ну, то есть все-все-все от и до. Реклама, описание, бизнес с моей подругой. Я понимал, что я ее подвожу. И я решил прям с головой и омутом в переезд и в работу. И более-менее за несколько месяцев я попытался хоть на чуть-чуть себя за волосы, но вытащить. Хоть с болью, через не хочу, я не хотел просыпаться по утрам, вставать, я не хотел засыпать, я не хотел ничего. Но пинками, прям вот силком, лютой борьбой с самим собой, я, можно сказать, вернулся к жизни. Много раз вы видели этот крест, вы замечали его в роликах. Это католический крест, да, мне можно его носить. Это крест, который достался мне от отца, это единственная ценная для меня важная вещь, наверное. У меня, конечно, есть еще кое-что из его личных вещей. Я бы не хотел вам их показывать, я считаю, незачем, но просто про крест вы спрашивали. Он недорог. Я его не надевал долго, пока мне не стал сниться отец. У меня начались определенного рода проблемы. Он мне несколько раз подряд снился и просил меня, чтобы я одевал этот крест, и тогда все наладится. Хотите верьте, хотите нет. Вот реально все начало налаживаться. Причем вопросы и проблемы были, которые от меня как таковой-то не зависят уже. Просто они должны были сами как-то разрешиться. И все это разрешалось вот по щелчку, и все, в принципе, складывалось положительно. Унаследовал я достаточно немало. А именно, неотвеченные смс, которые я просто удалял,
свайпал, даже не читая. Блокировки номеров, с которых он звонил и пытался со мной поговорить. Пустые обещания, когда он все же дозванивался, и я говорил, что «Да, зайду, как-нибудь пересечемся, ну че, ну сейчас не до этого». Потом я думал, что у меня работа, ой, тут переезд, Нижний Новгород, Москва, я тут, я там. Но мне не до этого, все мы молодые, проживем еще фиг знает сколько, когда-нибудь да увидимся. Бичевание самого себя за это все, сжирание, я знаю, что это все синонимы, но поймите, что я испытываю все вот это в совокупности. Неспособность смириться с этим, полное отторжение себя, своих действий и, наверное, все-таки личности, которая на тот момент принимала такие решения. Можно даже сказать раздвоение личности, потому что, если вам не сложно, надеюсь, вы не запутались, вы поймете. Одну личность я отторгал, которая это совершала, а вторую, которая это осуждала, я притягивал. И они боролись между собой, я мог в один час быть таким, через час таким. Плачу, смеюсь, плачу, смеюсь. Злой, добрый, злой, добрый. Это то, что я не прощу себе никогда. Может быть, я не буду себя так гнобить когда-то за это, но это навсегда во мне, в моей голове. Это навсегда где-то внутри, в той части, которая никогда не простит самому себе это. Я узнал только после его смерти, каким он стал человеком. Я был безумно удивлен, я пребываю до сих пор в шоке. Спасибо его супруге, которая спрашивала у его знакомых и просила записать голосовое, каким был Алексей, мой папа, я Алексеевич, моего папу звали Алексей, Лёша. И присылала мне, я до сих пор, чтобы вы понимали, не могу все послушать. Вот не могу, потому что это пипец как тяжело, ребята. Если есть хоть какая-то малейшая надежда, позвоните, да хоть телеграмму отправьте. Если хоть минимальнейшая есть надежда, что вам хоть почтовый голубь с обратного конца прилетит, пожалуйста, сделайте это. Потому что потом вы всю жизнь будете винить себя за то, что вы этого не сделали, вы не ответили, вы не захотели. Как это буду делать я? Мне лучше, ведь я больше не молчу. Я не знаю, как я смонтирую этот ролик, насколько он выйдет. И опять же, не прошу вашей поддержки, вашего понимания. Если у вас есть возможность, просто выслушайте. Мне будет достаточно, что я кому-то высказался. Досмотрели до этого момента? Спасибо большое. Давайте на этом закончим. Поставим точку. Потому что теперь вы все знаете. Теперь мне гораздо свободнее дышать. Я бы даже сказал, я теперь дышу полной грудью, потому что у меня больше нет тайн. Как на прием к психологу сходил, ей-богу. Пока.